What is happiness for you? Нет строгости, но есть некоторые моменты, действительно, они строгие. Правила. И каждый сорт яблони своя обрезка. Персики по-своему обрезываются, черешня, она только, допустим, только так, санитарная уборка. Абрикосы тоже санитарные. Главное в первые года отдать правильный скелет. Ну а вот скелет, вот тут видно, она как, такая, как чаша получается. Да, надо открывать. Потому что вот иначе... тут правильно, только я не знаю, ну что, ну вот видно просто скелет сам. Да. Вот видишь, как чашка? Чашка. Ну видите, если это дома в огороде, то оно может в круговую, а у нас здесь трактор проезжает, все. Это в саду, в колхозе, там вообще просто берется, вот так стена, не смотрят, правильно, неправильно, ветка, все обрезает. Трактор, когда проедет и будет опрыскивать, обрабатывать, он ее сломает. Ну а там ветки, мне тоже кажется, это уже нужно исправлять, вот эта длинная, но она ж, сколько она может еще выдержать? Те, которые выходят... А уже на следующий год она просто это дерево разломает надвое. Ну, в этом году не обрезали, вот ветка сколько вырастает, за метр может вырасти, зависит от, когда как, какой год. И просто вовремя надо было обрезать. Давай, что делать? Половину. Да, да, вон видно. Видно купол. А мне вот так нравится с этими золотыми такими ребрами, оно так выглядит. Очень красиво, там на солнце оно просто. Издалека иногда вообще заливает. А издалека видно, как будто золотые. Да. Вот мы когда приезжали, я думал, я вижу такие золотые, красиво так отсвечивают. А потом, когда приехал, уже близко посмотрел, я вот удивился. Я думал, что они золото покрашены, а оказывается они вот такими. Такие ребра. Угу. Ну красиво. Это абрикос я там нашел. Я для вас поставлю их там. В лаборатории уже, когда съедите, уже попробуйте косточку. Они вкусные. Косточки. Я уже все. У меня уже персика, я уже накушался, они у меня где-то уже на уровне яблок. Сначала такой персик, а это уже так. Уже так. Приедается. Да, уже приелось, как яблоки. Знаете, так. У нас есть Козма, который я рассказывал, что он болеет, опять же. Пришел умереть в монастыре, еще жил до сих пор. Он служил в армии в Кубе. Про банан. И там банан очень много. Иди сюда. Сейчас, секундочку. Вон там, бачишь, так вот. Он как раз на солнце, вот там дальше. Дальше вот такое. Следующее. Еще дальше. Следующий. Еще дальше, вот там, вот над солнце, еще дальше. Да. Вот там огромное. И на Кубе. Ну что, на Кубе. И вот когда его взяли в армию и на Кубу, отправили на Кубу, то там бананы очень много. Бананы, эти апельсины. И как-то у него попал так, что целый ярчик этот снарядов, полный апельсином, кажется, туда был. Короче, он столько кушал, не знаю, он как говорит, он почти целый ярчик кушал. Он говорит, что после этого уже год не мог даже смотреть на них. Отравление получилось. Да это такое есть. Я вот тоже там в Египет первый раз приехал, у них там везде стоят там в кухне, ну вот лобби-бар называется, там стоят вот эти ящики с фрешем, сок. У них всегда гуарана, апельсин. И еще что-то там было. Ну, в общем, три сока. И можешь его пить сколько угодно. Вот бери стакан и хоть весь выпей, они опять наливают. То мы приехали, кажется, ну это же невозможно, это же пицца. Ну где? Свежий? Только выжатый из апельсина. Да, без ничего. И первый, второй день там, а потом уже смотришь на этот сок, так, ну пить хочется. Взял так полстаканчика, выпил, все, уже не хочется, уже напился. Потому и стоят у них так. Да, это так, сначала это кажется, что какой-то, а потом... Видимо, организм набирает эти... Или витамины, да. Витамины, элемент. Это однозначно. Есть желание, смотришь на это оранжевое, там каротина не хватает. А это ж стакан просто сока. Да. Это ж да не то, что лимон, даже скушать его. Это просто же мякоть выброшена и сам сок, сам витамин. А что, Андрей, не ма? Короче, весь экран